Для брата и сестры Полины и Сергея Дувановых это первая поездка в Москву. Дети давно мечтали увидеть Кремль, побывать в зоопарке. Но главное – на главной елке страны. В этом году их мечта сбылась. Я тоже так рад, потому что в первый раз в поезде еду, в первый раз в Москву. В самарской делегации, которая отправилась в Москву, более 90 детей. 10 из них побывают на елке Минпросвещения России. Остальных ждет новогоднее выступление в Кремле. Там для них будут работать игровые площадки и разные творческие мастерские. Этим культурная программа не ограничивается. Для детей проведут экскурсию по Москве. И такая большая, очень экскурсионная, насыщенная программа, чтобы ребята не просто, впитали всю новогоднюю атмосферу, посмотрели Дедушку Мороза, но еще и познакомились, конечно же, с историей нашей столицы, нашей Родины. В делегации дети из многодетных семей, интернатов, отличники, воспитанники кадетских корпусов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.